Представляете, мы просто шли по улице, увидели кафе, где висят фотографии BTS. Зашли просто так, и оказалось, что у них здесь была фотосессия и съемки. И вот они сидели прям вот за этим вот столиком здесь. Вот здесь. Вот даже есть фотография с этих съемок. Я сейчас вообще, я в шоке. Мне тут по-корейски рассказывают, что Шуга пил кофе, остальные пили какой-то травяной чай. Мы его заказали. В общем, я в шоке. И тут даже вот... Тут автографы их есть, боже мой! Офигеть! Все, я... И вот я сейчас точно в обморок упаду. Сейчас напиток, который пил Шуга, ну на самом деле он пил американо, но я буду пить с молоком, который он пил американо. Такая вот, в общем, кафешечка. И тут сейчас никого нету вообще, видимо, про меня вообще никто не знает, абсолютно. Вообще никто не знает, а мы просто случайно наткнулись на нее вообще. Простите, у меня много эмоций и вообще мало слов, поэтому вообще я здесь скажу еще 50 раз. Поэтому извините. Пойдем. Вот здесь владелица, она, короче, нам сейчас платочек одевала. Говорит, Чимин любит платочки. Окей. Окей. Камсамнида. Камсамнида. О, мой бог. Вот тут, короче, ребята, мы сейчас... Мы сейчас были вот в этом кафе, вот здесь мы сидели, где BTS пили кофе и чай, и пиво, и все остальное.